Репорт. Сегодня мы, как и в прошлом году, помогаем нашему соседу Виктору Ивановичу Селезневу, который вот работает сейчас на тракторе, убрать сено с его поля. В этом году работаем уже на прессе кроны комприма, и мы фактически не столько мы тут зарабатываем, сколько мы помогаем Виктору Ивановичу в том, что он брал это сено. Сено неплохое, сено сеянное, Тимофеевка. Клевера мало, просто дикоросный клевер. Ну а так вообще Тимофеевка, и видите, как видите, сено зеленое, хорошее. Спрессовано нашим прессом. Так что тут можно быть за него уверенным, что здесь честные рулоны, как говорится. Вот. И я бы хотел призвать всех, кто смотрит наше видео, если есть у вас потребность, можете купить у Виктора Ивановича это сено. Он продает недорого, по 5000 рублей за тонну. И просто мы хотим таким образом помочь этому замечательному человеку, который всегда откликается на помощь нам и готов помочь по первому нашему зову. Чем может? А он может немногим. И поэтому мы хотели бы, чтобы мы помогли человеку, которому уже больше 70 лет, который проработал всю жизнь в сельском хозяйстве и был лучшим комбайнером, наверное, в области в свое время. Вот сейчас занимается сеном и зерном. И вот сколько можем, мы хотим ему помочь. Вот. Диаметр рулона какой ты выставил? Диаметр рулона стоит около 1,35 м. Так решили. Вот. Плотность 70%. Вот. Такой довольно тяжелый рулон получается, хороший. Килограмм, скорее всего, 250. Да. Так что, кому нужно, приезжайте. У Виктора Ивановича даже есть зять, который может помочь с доставкой. Так что, это вообще будет здорово. Так я его никогда не поставлю. Он где-то около 250. Около 250 килограмм. Давай попробуем вдвоем. Поставите вы что? Поставили. Поставили. Все. В принципе, работаем первый раз в этом году, можно сказать, на сене с нашим прессом. Дима там немножко делал, но в основном мы на сенаже. А так, на сене тоже работает неплохо пресс. Всего всем доброго. До свидания.